Сотрудники Министерства внутренних дел России по Феодосии разыскивают злоумышленника, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Грецкий Игорь Владимирович, 72-го года рождения, разыскивается по подозрению убийства. Преступник социально опасен, склонен пользоваться доверием, прежде всего со стороны пожилых женщин. Если вы владеете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом по номеру 102 или по телефону, указанному на экране.